Я понимаю, что революции снизу, погромной, с вилами и с топором, страна с учетом наличия того самого ядерного фактора, да, понятно, да, что если разрушен завод по обогащению урана, и страна сброшена в каменный век, повторно эту технологию не обрести, это значит, ты колония навсегда. Не одна колония, там 89 колоний на месте страны. То есть снизу этого сделать нельзя. Шанс на то, что я называю ресоветизацией сверху, хоть многие и смеются над этим, как же так, кто отдаст просто так уже проглоченный кусок, мне кажется, есть, потому что сегодня отношения между Западом и Россией дошли до состояния, когда пленных брать не будут. И вот те самые люди, которые, может быть, по-прежнему еще веруют в идеалы рыночной экономики, по-прежнему отстаивают особый частный русский капиталистический путь, они должны осознавать, да, что не успех этого пути, не успех этой стратегии — это их личное выживание или гибель.